Одним из крупнейших предприятий по производству паровых котлов в Казахстане является Ощучинский котельно-механический завод. Фабрика, которая функционирует со времен Советского Союза, сегодня производит несколько видов продукции. Товарищество зарабатывает около 3 миллиардов тенге в год. Товариществом выпускается более 100 наименований продукции. Здесь производятся паровые, водогрейные и стальные котлы, а также модульные котельные установки, водонапорные башни, резервуары, пенополистирол и сэндвич-панели. Паровые котлы производят до 25 тонн пара в час, а водогрейные котлы могут достигать мощности до 50 мегаватт в час. На данный момент на заводе работает свыше 150 человек. На данный момент завод производит оборудование как для районных котельных, блочно-модульные котельные для школ, для госорганов, государственных организаций, для ТЭЦ энергетических оборудований. Изготовление котла по индивидуальному заказу занимает от 2 недель до 2 месяцев. Все зависит от его размера. Учитываются потребности заказчика, и перед изготовлением готового изделия разрабатывается его чертеж. С этого кабинета начинается все производство на заводе. Здесь разрабатывается документация, которая далее поступает в работу в цеха. На данный момент у нас штат в нашем отделе составляет 10 человек. Разрабатываем от, допустим, котлов, водогрейных паровых котлов, до вспомогательного оборудования, а также какими-то индивидуальными разработками тоже занимаемся. Сегодня товарищество обеспечивает работой и теплом жителей района. Хоть производство не перегружено, поток заказов не останавливается. Василий Павлидий, Резагуль Шаменова, Павел Соловьев, Кокши Акпарат.